Дорожные полицейские подвели итоги масштабной проверки автолюбителей на состояние алкогольного опьянения. В ночь с пятницы на субботу на улице 9 мая перекрыли проезжую часть в двух направлениях. Водителям, чье состояние вызывало подозрения, предлагали пройти тест на алкоголь. Всего за 2 часа инспекторы ДПС задержали 8 нетрезвых автолюбителей. 0,52 – это очень много. Ну а сколько, допустим? 0,16. Представляете, сколько это? 3 бокала. Ну, это много для вас. Нет? 3 бокала. Ну, нельзя вообще пить за рулем. Хорошо. У 5 водителей полицейские нашли наркотики, а один из пассажиров с признаками наркотического опьянения при проверке оказал сопротивление сотрудникам полиции. Им пришлось применить силу. Сломайте сейчас, его сломайте. Телефон. Вот видите, что... Лежать! Руки за спину! Руки сказали. Это больно.